Вынимаем волнение, да, и приступаем к такому вашему мероприятию, как вручение диплома. Должен вам сказать, что мы в течение 4-5 или сколько там, 6 лет вместе с вами волновались. Но для меня как декана два момента, когда я волнуюсь особенно. Это 1 сентября, когда мы принимаем студентов, когда я прошу студентов, боже мой, закончите в таком же составе, будете золотой комнатой получать диплом. И особое волнение, конечно, когда я вот смотрю на результаты нашей работы. Я говорю наши, потому что наши преподаватели и ваши как студенты. Без этой работы не было бы сегодня нашей встречи. Я хочу вас искренне от души поздравить с этим важным событием в вашей жизни. А я считаю, что это не совсем, но чрезвычайно важное событие, будет еще более важным для вас, я так думаю, молодых людей, чтобы вы нашли хорошую работу, кто еще не нашел хорошую пару, и здоровье, здоровье, еще раз здоровье. Конечно, не забывайте, что вы должны все время учить, особенно у нас вот этот вот непонятный век, да? С точки зрения геодезии очень много есть мест, где можно продолжить свое обучение. А сейчас приступим к этому волнующему моменту. Вручать дипломы будет исполняющий обязанности проректора Мигалит Алексей Леонидович Сипанченко и исполняющий обязанности проректора Мигалит Алексей Игоревич Алексей Игоревич. Желание все загадывали. В основе желания. И сегодня мы желание исполним. Итак, начнем. Как вы говорите, начинать слева? Хорошо. Девочка. Вот, хочу вам сказать, все время меня всю жизнь спрашивали, когда бакалавриат начался. Это, Васильевич, высшее образование? Это высшее образование? Написано диплом по высшему образованию. Это я родительно говорю. Аверьянова Екатерина Андреевна. Беседовала меня целую неделю.
Екатерина Сергеевна. Рудовниченко Станислав Юрьевич. Рябчикова Юлия Алексеевна. Терещенко Анастасия Анатольевна. Чекловский Антон Викторович. Чернышова Анастасия Евгеньевна. Ваши будущие, господа, товарищи, бакалавры, это в магистратуре. Слышали, да? Да. Хорошо, спасибо. Те, кто здесь. Так, переходим к инженеру. Былова Анастасия Дмитриевна. Висков Николай Сергеевич. Кто там? Мосин Максим Владимирович. Мягкова Анна Алексеевна. Одинцов Герман Константинович. Первышев Дмитрий Сергеевич. Силки Виталий Дмитриевич. Я думаю, вы не забыли. Да, ну наш проректор, все замечательно. Сычев Даниил Романович. Шарей Шакир Шенсиевич. Специалист, да? Все. Да, я хочу сказать, что видите, бакалавры, они такие творческие люди, поэтому... А инженеры, они бы пашут, настроят. Но у нас еще более творческие люди есть, а именно магистры. Яковлев Иван Владимирович. Поздравляю. Третий диплом. Отлично. Ну так, он все время вопросы задает. Бедрин Кирилл Валерьевич. Ну, отлично. Вот его Ксения Сергеевна. Саханенко Сергей Николаевич. Ярулин Даниил Ильгизович. У нас был, там такой год, это еще был. Такой год, когда мы одному студенту вручали сначала бакалавра диплом, потом специалист, и потом магистр. С этим дипломом, когда... Так, кому мы не вручили диплом? Вот, давай. Да, так, это бакалавр? Да, да. Фамилия мне сюда есть? Можно называть? Да, придется искать. Ручки, может, не найдем. Нет, найдем.
Бекирдин еще сразу посмотрим. Так, Чепуловский Антон Викторович. Ребят, я поздравляю вас всех, и бакалавров, специалистов, и магистров. Всегда приятно видеть таких жизнерадостных специалистов. Ну, все специалисты, и те, и другие, и третьи. В жизни каждого студента два момента, которые всегда мы отмечаем. Это абитуриент, который своего зачислили, и выпускник, который получил диплом. Вот это вот замечательно видеть детей в глаза и другие. И мне повезло, я вас видел и в теме, и сейчас. Поэтому давайте так, кто бакалавриат в магистратуру, кто специалитет в аспирантуру, ну и магистр тоже в аспирантуру, чтобы еще раз здесь встретиться. Договорились? Поздравляю. Кто-то пришел еще у нас? Диплом есть, да? Все-таки нужен, да, диплом? Диана Сахарова, да? Деня, пожалуйста. Алейщик Диана Сахарова. Большая, вот, чтобы ваши достижения, ваши успехи в этой жизни, чтобы мы могли с полным правом гордиться тем, какие у вас выпускники 2018 года. И что еще хочется отметить, что, дорогие друзья, в следующем году университету исполняется 240 лет со дня своего основания, потому что вы все прекрасно знаете. Тут, конечно же, большой будет праздник, и, конечно же, мы будем рады увидеть вас в этот день всех вместе, вот в том самом составе. Приходите, и университет, и преподаватели, и деканат всегда рады вас видеть, всегда рады видеть своих успешных выпускников. Ну, а я думаю, что и вам самим будет интересно увидеться, как минимум, со своими друзьями, товарищами, с которыми вы прошли не один раз геополигон, молодые люди там. Горы на военной карте, это то, что помимо учебы как-то отдельными кристаллами мне как запоминается на всю свою жизнь. Вот, поэтому я вас поздравляю, добрый путь. И у нас есть небольшая традиция, которая уже много лет на самом деле существует. Мы благодарим в конце обучения тех ребят, которые старались и делали вместе с университетом жизнь своих однокурсников или молодых студентов более яркой, насыщенной и интересной стенах нашего университета. И разрешите мне вручить благодарность за вклад в развитие системы студенческого актива и кураторства Даниилу Свечеву. Хочется вручить отдельную благодарность.
возможность. Этот человек с нами был, по-моему, практически с первого курса университета. Более того, был сотрудником университета. И разрешите, прежде чем вручить благодарность, к сожалению, родителей нет, но зачитать еще благодарственное письмо родителям. Уважаемая Елена Леонидовна и Алексей Александрович, Московский государственный университет геодезии и картографии выражает вам глубокую благодарность за воспитание вашей дочери Рябчиковой Юлии. В период своего обучения на геодезическом факультете Юлия внесла значительный вклад в развитие студенческой жизни университета, выполняла большой объем общественной, культурно-массовой и информационной работы, способствовала развитию системы студенческого актива и кураторства, оказала большую помощь управлению по социально-воспитательной работе, профсоюзной организации студентов и всему университету в целом в развитии воспитательной работы студентов. Юлия была организатором ряда университетских и всероссийских мероприятий, участвовала в подготовке и проведении концертных программ, подает отличный пример инженера в области геодезии и дистанционного зондирования своим товарищам и будущим поколениям студентов МИГАИ. Мы считаем, что Юлия является достойным гражданином и настоящим патриотом России. Желаем вашей семье крепкого здоровья, семейного счастья, а вашей дочери дальнейших успехов в жизни. С уважением, исполняющий обязанности ректора, Камынь Надежда Руслановна. Спасибо, всех еще раз поздравляю. Спасибо Борисовне за то, что она дала возможность сегодня в таких прекрасных комнатах провести наши мероприятия. Спасибо. Спасибо. Ой, ты всех.